Можешь. Когда раскроешь источник, ты себя заполняй этим состоянием. Помнишь, один из учеников спросил, как определить, что заполнился? Даю ответ. Сам поймешь. Ты это просто почувствуешь. Чтобы определить, заполнился состоянием силы или нет, наставники не нужны. По мере заполнения восприятие твое усиливается. По мере заполнения чистота твоя усиливается. По мере заполнения мир будешь видеть уже открытыми глазами. События, цепочки, начало и конец ты начинаешь чувствовать. Это одновременно дает и радость, и огромную колоссальную грусть. В плане восприятия и мышления ты начинаешь взрослеть и созревать. Вот что это дает. Ты начинаешь жить, но твоя жизнь как у старика, у которого ровесников уже не осталось. Возраст окружающих людей не физиологический, а их истины ты начинаешь ощущать. И тебе со временем придется это терпеть. Внутреннее ощущение возраста вообще безгранично. Вот вчера, когда активацию мы с вами делали, это как глоточек свежести. И ты себя ощущал, нет, не старым, а очень взрослым. И эта взрослость изменяется столетиями.